Кто бы мог подумать, что в Саратове посреди лесной чащи скрывается огромный пентхаус элитного борделя. Хотя предполагаемые организаторы говорят, что это гостиничный комплекс, а работающие в нем девушки – просто танцовщицы. На самом же деле студенткам обещали трудоустройство в качестве администраторов гостиничных комплексов. И когда юные особы приходили на собеседование, предполагаемые организаторы незаконной деятельности уговаривали их заняться нелегальной высокооплачиваемой работой. Вход в заведение был по специальным клубным картам. Многие из клиентов имели статус VIP-персон. Установлено, что танцовщицы по желанию клиентов и соответствующую доплату оказывали интимные услуги. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли электронные средства связи, журналы с записями клиентской базы, а также записи с камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятие проституцией». В настоящее время продолжаются оперативные следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Денис Желтов. Дежурная часть, Саратов.